Привет, друзья и гости моего канала. Выпустила своих бесилок погулять немножко. Выпустила всех вместе, застелила диван, потому что эти сюсюльки-писюльки обязательно его заделают. Крольчонок у нас тут часто на диване гуляет. Поставила туалет для нее, для нашей облачка. Правда, туалетом она еще не понимает, как пользоваться. Очень надеюсь, что научится со временем. Пока что ничего не получается, все бывает мимо чаще всего. Знакомиться пошла еще разок. Никуда не убегает, очень ласковая, любит на ручки залазить. Вообще очень милое животное. Это мой третий декоративный кролик. До этого мои крохи были очень чистоплотные и делали свои дела только в лоток. Очень забавная, маленькая. На днях взвесила своих морских свинок. Самый большой свин весит почти 1,3 кг. Пушистик перец около 900, чуть меньше, а малышку еще не взвешивала. Я думаю, взрослая она будет примерно 1,5 кг. Свинки у меня животные самостоятельные. Честно говоря, им компания не очень нужна. Они очень любят между собой общаться, дружить. То они за друг другом гоняются по клетке, то они вместе жуют сено. Когда в настроении, они вместе, прижавшись, спят. Такие самостоятельные. А облачко любит компанию. Любит компанию. Очень общительная. Она залазит на руки. Хочется ей общаться. Хочется быть с людьми. Вообще животные, они такие интересные. И многие решают выбрать морскую свинку или кролика. Кролики животные... О боже, залезали, зацеловали девочку. Кролики животные милые, но иногда могут и укусить. Более шустрые. А свинки, они более дружелюбные. Свинки очень редко кусаются. Дети могут их брать на руки, расчесывать. Так что животные это очень разные. Я так понимаю, и кролики, и свинки, они любят компанию себе подобных. Но пока что мы не готовы к приобретению второго кролика, компаньона. У нас и так все клетками заставлено. Очень хочу летом сделать для них уличные клетки, отдельные, само собой, для крольчонка и для морских свинок, чтобы в течение дня они могли бы быть на улице. Единственное, что это место должно быть и клетка безопасная, на закрытой территории, чтобы никто не обидел малышей. Также уже планирую для них выгул. У меня есть достаточно большой вольер, который прошлым летом я использовала для утят, для цыплят. Теперь это будет вольер свинка-кролей. Так что смогут там они играть. Вместе. Возможно, вместе или не вместе посмотрим на их поведение. По крайней мере, время от времени то одни, то вторые там гулять. Также приучаю наше облачко немножко к овощам, по небольшому кусочку морковочки. Молодым кроликам декоративным нельзя сразу давать много овощей. Все понемножку, понемножку. Чтобы привыкали, чтобы не было поноса, чтобы фрукты были и овощи для здоровья, и ни в коем случае здоровью не повредили. Тоже обратите внимание, какой у перца, какая шевелюра выросла. Осенью его друг подстриг, обгрыз ему шерстку. А теперь красавчик стал. Пришла арабика. А арабика недолюбливает их.
не арабику. Арабика вообще не любит компанию, не любит, когда какие-то животные к ней пристают, и неважно, или собаки это, или кто-то другой, начинает сразу бурчать, показывать свое недовольство. Морские свинки по сравнению с кроликами издают очень-очень много разных звуков. Попискивание, похрюкивание. Если они что-то хотят вкусненькое, обязательно хрюкают, просят. Кролики так не умеют. Крольчонок просто встанет у клеточки, начнет смотреть, выклянчивать своими глазками. Ну, а свинки просят громко. Про них точно не забудешь. Ну, а на сегодня желаем всем хорошего настроения, здоровых, хороших питомцев. Пока-пока!